Мы, социал-националисты, имеем совершенно другой в этом плане взгляд. То есть, во-первых, геополитически, расово. Мы понимаем, что сепарация от России, такое, да, разделение, как бы, есть идиотизм. Потому что наша идея, во-первых, это мощная проукраинская с центром в Киеве конфедерация. Ни в коем случае не единое государство, как нам каждый раз после этого пытаются приписать наши же местные друзья. Ни в коем случае не единое государство. Конфедерация к единому государству имеет совершенно опосредованное отношение. Конфедерация с ориентацией блок, если угодно, так вот, чтобы не пугать этим словом. Блок, безусловно, восточноевропейский. Вот. Если Украина хочет геополитически, скажем так, реализоваться, то нам нужна, честно говоря, нам нужны российские природные ресурсы.